Мы не знаем имени этого енота и откуда он, однако вот уже несколько дней за его приключениями, сочувствием и тревогой наблюдают сотни людей. Симпатичный, но вовсе не компанийский зверь непонятным образом оказался на 6-м этаже офисного здания Crown Point Plaza в центре Детройта, штат Мичиган. Обнаружили енота сотрудники, расположенные в здании юридической фирмы. Они же обратились в службу отлова бездомных животных, а потом стали участниками финальной сцены – погони за хвостатым посетителем. За енотом поднялись на автовышке, но он попытался скрыться, сначала карабкаясь по фасаду здания, а потом спрыгнув и спрятавшись под одну из машин. Власти Детройта сообщают, что енот пойман и находится в безопасности.